Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как включить режим энергосбережения на устройстве ZTE Blade V10 Vita. Итак, вначале открываем приложение настройки, затем открываем батарею и после чего выбираем пункт энергосбережения. Отлично, в режиме энергосбережения вместо, как вы видели, 26 часов наш телефон продержится всего, а целых 30 часов. Но если включить режим максимального энергосбережения, в таком режиме наш телефон продержит целых 35 часов и 38 минут. Это ли не чудо? Для выхода из режима максимального энергосбережения в левом верхнем углу нажимаем на кнопку выхода и нажимаем ОК. Ну что ж, вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!